исковедых главы доставлен. Я Бог не изменился, я сегодня, вчера, в веки тот же, правильный главу сочтавен. Я и Альфа, и Омега, начало, и конец, первый и последний штавен. Румине Виспара, мане главу сан, почему? Так, Румине Галфараудиос, удела вера твоя, народ мой, главу дештавен. Разве источился источник мой, для тебе, главу дескими фарамин? Я не изменился, я сегодня, вчера, в веки тот же, скими диклами дештавен. Но как велико обеспечение среди тебя, громине Клауды, с кем не поравен. И бараману штеме на мигу разумеешь, что горе беспечным на сегодня. Глубиди Клауды, с кем не храмал, туску види поравен. Народ мой, кремине штауды, аминь. Ремине штайни поправ светильник свой, кремине Клауды, с кем не поравен. И бараману штеме не глаусен, кремине штауды. Ибо великое посещение будет среди тебя. Храмине кламал тури виде гиспарауды, кламине штемене алфен. Ибо испытается вера твоя и строение твое на прочность и на верность. Кром паравалауды скивиди кламен. Ибо я Бог живой, храмине гиспарауды. Я не изменился, нет, храмине штаун. В веждах моих нет дреманий, скивиди кламин турамине штаун. Но романы глаусен, фремены глайсу ревиде с кеменами. Ты посмотришь вокруг себя и говорит, нет недостатка. Ни в чем не нуждаюсь я, фрамине гиспарамалауде. Народ мой, кремине штауде. Изменится положение велико на земле, кламине гиспарамалаус. Так отвечай ныне Дух Святый, ревиде штавен. Ремине клауде с кемени фрайзе кевене чевен. Но если глаусен кемене штаве на мин, ты будешь взирать на меня, кломине гел фараудэ, и взывать ко мне отвечай ныне Господь, виде храмады штаве на мин, то милость моя покроет тебе, и дома твои, фрамине глаусен, и сыновей твои, и дочерей твоих, так отвечай Дух Святой, ибо рамин ты глаусен фарамин, ибо фараон идет великой ярости, кломине гис фараманалауде, и замышляет зле против тебе, фрамине гис фараманы чемен. Но так отвечай ныне Господь, кривиде скемен фарамин, а малик вооружается велико, клам параманы гис фараманалауде. Но я поставил свою черту, которую он не может перейти без воли моей, фрамине гис фараманалауде. Но если народ мой дополнит чашу молитв параузе, молитвами фрамана гис фараманалауде скивиди кламаны, то я пошлю храмине гейсу скамане, великую защиту храмине гломине скивиди фарамин, и рбиде кламалту, и он не перейдет, отвечает Дух Святый рбиде кламалту скемеда, я потревожу его с другой стороны храмине гис фараманалауде, и он пойдет в другой путь, алфин, кормине гис фараманалауде, но сегодня я смотрю на сердце твое романту скивиди кламаны штаме на ми, как ремини глаусен фрамине штайне из фаравану, ты оскудил народ мой храманы штауде, истощилась тоби вира твоя, арбиде кламалту скивиди фарамине, и бараманы штауде глайсен ты не соединяйся со мною, и думаешь, что я Бог не изменился, не я с парауде повеки той самой, и я бодрствую над словом своим, чтобы исполнить его в точности, арбалауды, кермин, глауды, скибиди, фарамин. Но если ты будешь искать меня на этом месте, то я буду найден и тобою, фарамин. Ирмини, глауды, скибин, и ты получишь, глауды, скибин, силу от меня, фарамин, и гел, фарауды, и рука милости моей положится на раны гнойные твои, фарабалауды, кермин, и глаусен. Так отвечай ныне Дух Святый, рамине чебет, ибо уразумей, армине глаусен, дремья посещения моего, ибо роман туребиде клауде скемен, великое недоумение в народах, армине глаусен, ревиде чебет, но почему так великий страх в тебя, рамине клауде скемен, роман, что вели кламаны, если будешь надеяться на меня и соблюдать заповеди мои, фарамине глаусен, то будешь мирно ложиться и мирно вставать, и я дам покой тобі, отвечай Дух Святий, арбіде клауди, скибіде фарамін. І так, народ мой, обрить бараусен, ободрісь, храміне клауди, скибіде фарамін, і глайсен, ібо я
и Бог среди тебя, храмине штауды ставен, армине главуды с кеменами, но ирмине штауды соединяйся ли ты, сегодня со мною парамине главусен, парамине глой суремине штавенами, че ощущаешь ли ты мое прикосновение клауды с кемени парамине главусен, ибо я посылаю до тебе, парамине главусен, рабов своих пророков для того, чтобы пробудить тебя от сна, кермине гис парамалауды с кемени главусен, чтобы страхнуть тебе всякого неверия, арбиде клауды с кеменами, и чтобы ты взыскал мене парауде, чтобы я подал тебе силу, кермине лауды с кемени парамин, ибо болезни увеличатся, армине главусен с кемени кламинами, и зовной будет до многих, и даже и в этом служении, храмине гес парауде, а в перебине главуды с кеменами, так отвечает ныне Дух Святый, народ мой, храмине главуды с кеменами,